Не трогайте рука. Не трогай медузу! Сейчас проломится лед! Обалдеть, это зеркальная комната с фонариками. Потом все соберешь назад. Понял меня? Да. Как? Мальчик. Оу, китайский пляж. Оу, все, ребята. Это же самая залипательная вещь. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые приятные залипательные видео. Всем привет. Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс. Погнали, видели, что там обрубал металличка? Воу, как? Это что такое? А чего они вешаются сразу? А чего они не падают? Это вермишельмак? Воу! Профессиональный скейт. На пальчиках, друзья, посмотрите, как клево. Маленький скейт сделал себе. Это что такое? Залипательный. Не знаю, волосы какие-то. Ой. Это окно, смотрите, как делают на раму. Ох ты, ребята, кирпичи, обожаю стройку, посмотрите. Между кирпичиками высунули эту веревочку, и оно так красивенько получилось. Это что, фару машины моют? Здоровски. Ой, это сделал свой... Свою мельницу водную? А! Мясо жарят, друзья! Клевый лайфхак! Обалдеть! Да. Ух ты! Класс. Смотрите, как наносится рисунок. А почему он именно такой формы получается? Кто Наверное, понимает? Потому что, может быть, у него там краска какая-то такой формы. Не знаю. Ой, это когда тесто взошло. Для пирожков. Клево. О. Так пирожков что-то захотелось, и ребят. Такое, оно такое отрывается. С какой начинкой, друзья, ваши пирожки любимые, напишите нам. Вау. Залипательно. О, это стекло. Ребята, расплавленное горячее стекло. Он ее ножницами, смотрите, обрезает. Друзья, забыл сказать, кто из-за сегодня больше расскажет. Да. Вау, обязательно напишите в конце серии. Дорожная разметка. Обалдеть, как она делается. Это сделать стрелочку, чтобы никто не запутался. Да, поворотную стрелочку, ребят. И причем, знаете, что самый прикол? Потому что если он сейчас немножко промажет мимо, он это ничем не зарисует, потому что это дорога. Это вообще, по-моему, парковка. Судя по наливному полу. У него же там скотч. Ой, какая закатенная уточка. Ребята, вы видели? Была. Но при помощи нашего керхера мы ее вымыли, посмотри, до кошачьего блеска. Все. Ой, это кто? Это Скрасти Краб, этот, да, как его зовут? Я не помню. Напишите в комментариях, друзья, да, как зовут этого товарища. Воу, радуга, видели? Друзья, а как чайник стоит? Вот у меня тоже. В струе, наверное, опора для него. Это медузы? Не трогайте руками. Не трогай медузу руками! Медуза. А что это такое? Это шарик. Это кукуруза? Это волосы? Это волосы? А, как сделать ровные волосы из кучерявых, что ли? Это для куклы? Это... Да, это, наверное, для куклы, ребят. До меня только дошло. А как это? А как? Ребят, я искренне не понимаю, как? Оно сначала все кривое, потом оно все ровное. Куда он это все загнал? Это что вообще было? А это что такое? Заклепочки какие-то делаются? Нет. Это называется буковки С. Сейчас проломится лед! Ребят, никогда не ходите по тонкому льду. Вообще лучше ни по какому льду не ходите. Все, упал. Оу, китайский пляж. Причем все на надувашках. Половина на кругах, половина на касатках. Капец там людей. Представьте, сколько там написано, извините. Это слайм на кондиционер был надет, он лопнул. Какой классный фонтанчик из графинчиков. Если в каждом графинчике сделать внизу маленькое отверстие, он будет перетекать в следующий. И попадет наконец-то к рыбкам. Это, друзья, смотрите, козырек выдвижной на электроприводе. Да. Вот представьте, пошел дождь, и вы такие, опа, себе зонтик, вы высунули. А мы такие на пульте. На пульте наш. Вау. О, это мы любим. О, ребят, это мы очень любим. Потом все соберешь назад. Понял меня? Да. И закроешь, и зашьешь. И зашьешь. И потом опять откроешь, и потом опять такое сделаешь. Это называется садовод-любитель. Веточку по маленьким кусочкам. Когда прям очень нечего делать. Скорость укладки плитки, посмотрите. Мальчик, ну, красавчик смешно, вообще. Молодец. Друзья, лайкосик нам поставьте, досмотрите до конца и лайком нас поддержите, если вам нравятся такие, друзья, залипашки. Мы будем снимать их еще. Напишите в комментариях. Ой, садят. Автоматизированные эти. Садильщики. Обязательно по такому этому болоту ехать? Да. А нельзя там ждать, пока высохнет? Нет, я не знаю. Нельзя. Надо. Это, ребята, автоматическая блинолепилка? Я тоже так хочу.
Слушайте, а вы знали, что это так выглядит? Я себе это по-другому представлял вообще. Стекло раскаленное, посмотрите. Дичайшая просто температура, при которой плавится стекло. И сейчас будут придавать форму. Класс, наверное, какая-то ваза будет. Это будет. Или какая-то запчасть какого-то изделия стеклянного. Это вот такую замызганную фигню красят белой. Ржавую, посмотрите, друзья. А мы раньше с вами смотрели, посмотрите наши предыдущие серии, посвященные залипашкам, да. Как они красили это все это со крыша. Шланга. Ого. Ого. Летающая с распылителя это, кстати, красить гораздо быстрее. Это летающий змей-осьминог. Ой, ты такой залипательный. Как она круглый такой взяла? И лопнула. А, там шарик был. Вау! Класс. А за счет чего они едут? Это моторные какие-то микрокатера? Чего вы едете? Они с двигателем? Ребят, я не понял. Кто знает, напишите. Это прям как Сигвей, только по воде. Может быть, у него там внизу какой-то... Ну, на моторчик, наверное, какой-то. Как на моторной лодке, я так думаю. Смотрите, как ровненько крышу перекрывает, друзья. Вообще. После себя. Классно. Спиной идет, грамотный. О, какие фламинго. У кого какая любимая птица, друзья, фламинго. Напишите. Фламинги прикольные. Можно пойти с ним. Такие милые. Да. Они такие, что? Как у них ноги не ломаются, я не понимаю. У них ноги вообще как спички пальчики. Такие маленькие. Они еще и на одной стоят, а вторую поджимают, когда спят. Это сейчас, короче, застынет, и это будут какие-то иероглифы. Да. Мы не знаем, что это написано, но надеемся, что что-то хорошее. Потому что было бы плохо. Видели, как ровно садит. Посмотри, как они ползут, они такие. Так, чтобы ровненько все, а вот это вот на конце штука их выравнивает, чтобы они ровно ложились. Посмотрите, рыба. Это рыба. Да, это кто первее словит, какую рыбу? Кстати, да, посмотрите, они открывают каждый свои ворота, каждый человечек открывает ворота. Это значит, что он готов принять следующую рыбу в свою корзинку. Ох ты! Это блинчики полуфабрикат или какие-то пироженки. Ребят, кто хочет кушать? Напишите нам в комментариях. Я думаю, это ускоренная съемка. Потому что очень слишком уж быстро напечатали на стене такой рисунок обалденский. Ты чё, по руке не долбани другана своего? Чувак, осторожно! Друган потом на тебя обидится. Вы поняли, что они, короче, камень колят топором? Вы представляете, какие суровые парни? Ого, это что, они по бамбуку что-то вырезали? Это, наверное, какой-то музыкальный инструмент. А за счет чего рисунок именно идет вот такими вот веточками, выжигается? Ого, это лифт в будущее? Обалдеть, это зеркальная комната с фонариками. Чтобы ты думал, что... На самом деле она маленькая, но представьте, какой эффект за счет зеркал сделан. Обалденский просто. Что тут очень много фонариков. Друзья, лайкосик нам поставьте. И досмотрите до конца, напишите, какой сегодня прикол, сегодня был самый крутой, вам понравился. Два раза сегодня сказал. Опять запаивать. Ага, так. О, дерево. Под 45 градусов под углом, смотрите, лезвие распиливает. Там на детали для мебели какие-то. Или просто по приколу тут деревяху попилять. Не-не-не-не-не-не-не, ребята, вы видели? Рисунок нанесся идеально. Как они так подгадывают? Мальчик, опускают. Что ты? Это, короче, когда коцнул мебель, а потом ее нужно продавать в магазине. Вот ты вынужден вот такими вот методами, какими-то колхозанскими, вот это подкрашивать. Краской. Раскаленное стекло обожаю, вот когда делают вот такие акварелью. Сумасшедшая температура. Смотрите, он даже в перчатках очень таких плотных, прям жестких. Ой, листик. Они еще и разукрашивают. Смотрите, каждую прожилочку. Ребята, это просто капец. Это волосы. Это волосы, это парик. Это тетя себе, наверное, хочет на голову. Ну, потому что для куклы это что-то многовато. Красим стеночку. Ребята, кто любит залипашки про ремонт? Я, например, очень люблю. Воу. Плитка. Смотрите, выравнивает под основу. Сейчас намазюкает. И сейчас положим. Главное, не наступи. Вот именно. А, посмотрите, у него есть специальный электрический уровень. И он по каждому углу вымеряет, чтобы все было ровненько и все было чики-пуки. Все так. Было. Чтобы заплатили чаевые. Заливают полы, друзья, смотрите, бетоном. Мальчик, а ничего, что ты в них стоит? Прошивка подошвы. Друзья, а что она такая пупырышка? Обалдеть просто. Обязательно напишите в комментариях, кто из нас сегодня больше рассказал вау и сколько раз ты. Я честно говоря, по-моему, сегодня мы мало сказали вау, она мне такая, так показалось. Она такая прикольная. Да. А что она пупырышка? Ну, чтобы сцепление, наверное, с асфальтом было лучше. Я аж икнул, как увидел булочки. Это лаваши. А как они вот это внизу, когда крутятся, не падают вниз туда, вот в дырку? Потому что при
Суперклей. Я же сказала. Нет, они, наверное, просто там как-то примагничиваются. Что они делают? Перекрашивают, не знаю. А что так криво? Что, ровнее нельзя было? Нет, нельзя. Краску экономят, друзья. Обалдеть. Ну не, ну нельзя, ну да, такое. Как это вообще по кривому покрасили? Зачем? Ой, это собиратель одуванчиков, смотрите. Едет мальчик, собирает колосочки. Супер-пупер. Мне кажется, он просто на них наезжает. Мне кажется, он просто прикалывается. О, о, как надо косить, давай, давай, мужик, давай. Си, давай, быстрее давай, ускоряйся. Мальчик, а ты так до заката будешь косить. Ага. А ты уже закат. Круто, очень залипательно. Можно смотреть бесконечно, когда работает другой человек. Вот, например, вот такой Васечка, смотрите, фигачит, заляпывает стенку. Ребята, бесконечно можно смотреть на сколько? На четыре вещи. Как течет огонь, течет вода, как горит огонь, как работает человек и как тебе выдают зарплату, да? Так, смотрите. Ох ты, как ровненько. Не наступите! Это какая-то коридор школы. Это класс, наверное, школьный. Точно, заливают полы. Круто. Если наступит, короче, один выравнивает, а та ногами ходит поверх, топчет. Не могу понять, в чем прикол. Странные такие эти люди. Оу, это как поливать. Поливать лучок чесночок. Все сразу. Да, все сразу. Посмотрите, какой у них какая оросительная система. А сзади шланги подведены к рюкзаку. Видели, друзья? Да, чтобы вода. Круто, как... Оу, все, ребята. Это же самая залипательная вещь в мире. Мы с Лерой на этих местах всегда залипаем. Ребят, напишите, кто из нас сегодня больше что вау сказал. Что это такое? Это клей? Да клей, похоже на клей, друзья. Как вы думаете, что это? Может, это просто очень жидкий слайм, потом зачем он зачем вы так много застынет? Слаймов тратите или клея? Не знаю. Ребята, кстати, он не цветной, он прозрачный. Цветная у него основа под тарелочку. Как? Мальчик. Ребята, как? А как он так ехал? А, велосипед уезжает! Надо догнать! Что он делает? А что он делает? Что он делает? Он хочет... А, он кого-то ловит! Свою ногу? Там нора! Он свою ногу хочет поймать. Вау! Змею? Змею поймал. Зачем? Нафига, ребята? Никогда так не делайте! Это просто жесть! Змеючку. Это как украсить туалет. Такое маленькое пособие. Это такая у нас туалетная, немножко отвлеченная страничка в нашей серии. Шарики прыгали, катились. Залипательно как. Сейчас дырочку провалятся. Укатились. Сейчас, наверное, наверх поднимутся как-то. Супер. Ох ты! Он прыгает через три. Мамочки, почему он? Это она. Так через две. И она еще сама по себе на скакалке прыгает. Да. Ничего себе. Ох ты! Слаймы, его жмякают. Какой красивый! Не, ну это прям вау! Ребята, это очень круто! Супер! Купите мне слаймы. Друзья, какой прикол вам сегодня понравился больше? Напишите в комментариях, кто из нас сегодня больше раз залип и сколько раз ты. Подержи лайкосиком эту серию, смотри все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play Games Family и Валерик это Gamebox. Внизу в описании под этим роликом все ссылочки. Мы вас очень любим, стараемся для вас. Вы у нас самые лучшие.